Для ивановских спасателей сентябрь – тоже школьная пора. Практически ежедневно они посещают школы города и проводят дни противопожарной безопасности. Во вторник огнеборцы посетили Новоталицкую среднюю школу. Наша задача – работа со школьниками. Мы приехали сюда достаточно большими силами, коллективом сотрудников ГИМС, аварийно-спасательной службы, пожарные. И сегодняшний день посвящен проблеме безопасности. Сперва маленький экзамен для школьников и учителей – учебная тревога. А на школьном дворе детей уже встречают пожарные. Ребятам показали в действии спасательный инвентарь. Он может быть использован и как домкрат, и как устройство, позволяющее перепустить или сжать. Усилие на губку спредера по 18 тонн. На добровольцах продемонстрировали дыхательную маску и другие спасательные средства. Школьники даже поучаствовали в своеобразном показе мод, примерили на себя пожарную форму, о каждой разновидности которой им в подробностях рассказали. Но и ученикам Новоталицкой школы есть что продемонстрировать опытным сотрудникам МЧС. Два года назад на базе учебного заведения открылся детско-юношеский клуб «Спасатель». В этом клубе я уже год. Ну, у меня будущая профессия, я хочу быть МЧСником. Ну, пойти после этого клуба в институт МЧС. Он дает, этот клуб дает 4 года обучения, и после этого большие шансы поступить в МЧС. Ну, мы ходим в походы, там, знания спасания, спасать человека, там, с разных опасных ситуаций. Вот, например, залез человек, ну, и застрял там, вот, его можем спасти. Для учеников младших и средних классов урок безопасности – настоящий праздник. Мало того, что вместо скучной школьной доски можно посмотреть на настоящих спасателей, да еще и на свежем воздухе. Ну и какой же праздник без салюта? И ничего, что фейерверк в исполнении ивановских огнеборцев выглядит несколько необычно. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.